Уважаемый Теренкур ведет от ворот ограды санатория Дарасун. Теренкур — это тропинка для небольшой нагрузки, для ходьбы при ходьбе, для нагрузки при ходьбе, для прогулок пеших. И она рассчитана, несколько этапов, на различные виды нагрузок, то есть нулевое, 6 и туда дальше. Вообще самая длинная часть уходит до геодезического знака. То есть здесь еще более-менее ровно. Вот это справа, там так называемое место отдыха сельчан села Даурия, называемая Долина Любви. Она как полянка идет туда, и она там возвышенность, на сопку. И туда Теренкур уходит. А еще перед сопкой налево уходит поворот, тропинка. Это так называемый Дунькинпуп. Там две таких крутых горочки. Это Дунькинпуп. А сюда направо уходят майоровы штаны. Ходят сплетни, что курорт Дарасун Ильковский выкупил, он ему принадлежит. Но меня смущает на Теренкуре только то, что вот этот цепляет глаз везде, на близко, он вдалеке. Здесь еще немного, просто здесь оно как бы показательно. Вот это, видите, оно просто как-то эстетически. Такой курорт, у него в свое время, у Дарасуна была всесоюзная как бы слава, что ли. Но он был всесоюзного значения. Да и сейчас вот я здесь встретил бабушку, она с Тюмени приехала. Вода, видимо, идет. И вот это все вот как-то оно не очень. Это же все эстетика. Думаю, немного здесь затрат финансовых и физических прибраться, забрать. То есть хозяевам, кто бы они ни были, курорта навести порядок стоило бы, по-моему. Было бы намного приятнее. Все ж таки одно это из знаковых мест Забайкалья. Как бы тоже визитная карточка. Я думаю, что вот это все как-то не очень. Сегодня вот голубое высокое небо. Облака красивые. И погода чудесная.